территории Швейцарии. Какой-то маленький городок. Не видно ни хрена. Не видно ничего. Вот въезжаем в швейцарскую границу. Ну что ж, добро пожаловать в Швейцарию. Ура! Бурные аплодисменты. Нерадостные аплодисменты. Ну да, попали в Африку. Мы проходим границу в районе городочка Шафхаузен. И сейчас буквально через пару километров мы попадем уже на Рейнский водопад. Рейнский водопад является самым большим водопадом в Европе. Образовался он еще очень-очень-очень давно, когда 500 тысяч лет назад. Вот водопад, водопад. На территории Швейцарии находится. На! А где домик там сказал, блядь? Здесь мы находимся, и сразу и рыбы здесь плавают свои, целые косяки рыб. Рыбы, рыбы. Я тут петля. Thank you.
какой-то прям на скале, да, город поставили. Ну, я далеко не плохо вижу. Прорвало. Сувениры 5 евро. 6 евро. Магнитик. Магнитик 7 евро стоит. Швейцарский сувенирный магазин. Давай. Сейчас я посмотрим, сейчас сниму в Швейцарии не снять часы. Тоже, ладно, посмотрим. Глянем часы, что они здесь торгуют в Швейцарии. 100 евро часы. Недорого. Механик какой-то. А, который да, там стоит. Да, механик. 79. Надо было раша чистить. Щиты из-за применения. Ну, я деньги не взял с собой. А где там, говорит, она была этот? Ну, пошли.